Всем огромный-огромный привет! Я знакомила уже вас со своей вот такой свинкой, свинкой Фунтиком, которая пришла к нам в конце 18-го года, дабы встретить с нами 19-й год. И вот эта вот свиночка очень понравилась моей тете, и я решила ей прикупить такую же. Изначально не нашла, купила вот под гжель, а потом нашла и вот такую. Таким образом у меня получилось три поросенка. Ну как же три поросенка без мамы? Я купила вот такую им маму, маму-свинку. Но один поросеночек уедет от мамы. Он уедет к своей хозяйке, которая ждет его с нетерпением. И это нормально, когда ребятишки покидают своих родителей и обретают новое место жительства. А здесь в стороне у нас стоит грустная-грустная собака. Она грустит, потому что ее год уходит и приходит новый 2019 год. Но я эту собачку в обиду не дам. У нее есть вот такая подружка, собачка Вельшкорги. И сюда мы будем бросать денежки в эту собачку, и ей будет не так грустно. А здесь у меня вот таких два маленьких-маленьких поросеночка. Кабанчик из Селенита. Это меня так поздравила одна моя любимая девочка, подарив мне вот такого кабанчика. Во-первых, Селенит это иметь очень хорошо дома. Он укрепляет семейные отношения, благоприятно действует на женскую ауру. А здесь еще такое сочетание. Символ года и плюс селенит. Просто замечательный подарок. И вот эту маленькую свинку я хотела подарить кому-нибудь на Новый год. Но не буду. Потому что вот у этого кабанчика должна быть подружка. Он не должен грустить. Смотрите, как они подходят друг к другу. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Всех с наступающим Новым годом. Елки я еще не ставила. Дедов Морозов своих не доставала. Ну а свиней у нас полон дом.